Приветствую вас, друзья мои! Если вы после трех моих видеороликов не остались равнодушными и вам понравился этот тихий курорт Марина ди Камерота, который находится на юге Италии, то вам стоит посмотреть и это видео. В нем я покажу вам прогулку по гротам и пляже, на которые можно добраться только на лодке. В порту городка находятся офисы, где вам предложат прогулку на катере. Вы можете выбрать маршрут и удобное для вас время. Например, мы купили билеты на утреннюю прогулку, которая начиналась в 9 утра. Прогулка длится около 3 часов. Цена билета для взрослого 15 евро, а для детей 8. Мы подплываем к гроту влюбленных. Старые моряки рассказывали, что много-много лет назад двое молодых влюбленных решили создать семью, но родители были против. Тогда молодые сбежали и поселились в этом гроте. И с тех пор этот грот называют гротом влюбленных. За время прогулки мы посмотрели множество гротов и остановились на одном из выбранных нами пляжей. Поездка получилась незабываемой. Здесь на скале поселилось очень много чаек, и когда проплывают судно, они начинают кружить, как будто выпрашивают что-то вкусненькое. Che sono rispettivamente ferro e calcare, il bianco è calcare mentre il rosso è ferro. Noterete poi dei piccoli fori, qui sono stati creati dei datteri di mare. Il livello della grotta era molto molto più alto. Presentemente seduti, grazie. Ребята, а это первый из труднодоступных пляжей. Сюда можно добраться только на лодке. А здесь мы наблюдали за рыбками. Вода здесь такая прозрачная, что видно даже дно. Notte di luna piena, la spiaggia è completamente illuminata. А это второй из труднодоступных пляжей. Поближе этот пляж покажу вам на обратном пути. Thank you.
we'll carry you now. Ora noi ci allontaniamo dalla costa, passeremo tre boisalle sulla sinistra, se ci indicano la zona dell'area marina protetta. Maratea con pietra campagna basilicata, 39 km di corsa, un piccolo pezzettino, senza imbarcazione. Ed è sempre stato dagli antichi greci, fenici, romani, che lo usavano appunto come approdo. Alle vostre spalle quel rudere che avete ormai distrutto, quello era un vecchio magazzino della Tonnara. Qui c'era il sistema di Tonnara Fissa, un sistema di gabbie con dei tunnel dove veniva intrappolato il tonno nella camicetta, la vedete? La spiaggetta degli infreschi, spiaggia anche bella d'Italia nell'anno 2014, è la seconda possibilità che avete per scendere, o lì o a Pozzallo. Avete visto com'è piccolina? Non guardatela ora, che è vuota. A sinistra della spiaggia, se notate c'è una casa. La seconda domenica d'agosto si festeggia la protezione in suo onore. Un piccolo angolo di paradiso sulla sinistra, non vi preoccupate che noi ci andiamo. Как нам объяснили, здесь бьет источник пресной воды. В соединении с морской водой получается такой прекрасный цвет. И еще, ребята, обратите внимание, вверх ведет лестница. Вот бы прогуляться по ней и посмотреть с высоты на этот пляж. А здесь мы рыбок кормили. Grazie.
Tocca a Fini. А на этом пляже нас высадили и оставили отдыхать на несколько часов. Вот такой прекрасный вид открывается сверху. Когда-то на скале работал ресторан. Представляете, как романтично приплыть сюда, в уединенное место, ужинать и любоваться такими прекрасными видами. А это, к сожалению, все, что осталось от ресторана. Сиси у нас еще та пловчиха, любит она поплавать. Вот на этом небольшом пляже мы отдыхали, но, конечно же, большую часть отдыха мы провели в воде, купались, ныряли и рассматривали рыбок. Вот так приплывают катера и высаживают людей на пляж, а потом в договоренное время забирают их. А это, ребята, морской ресторан. Кто не взял с собой бутерброды на перекус, могут покушать здесь. Браво!
Ребята, под видео я оставлю ссылку на сайт компании, с которой мы путешествовали. Если вы все-таки надумали приехать в Марина ди Камерота, заказывайте экскурсии у них. Это пляж, на который я обещала вам вернуться, Калабьянка. Ребята, мы уже подъезжаем к городку Марина ди Камерота. Thank you.
Вот и подошла к концу наша с вами прогулка по национальному парку Чиленто. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Делитесь видео с друзьями и приезжайте отдыхать в Италию. И это еще не все. Ждите продолжения! Ahorita.